Так, сейчас проверим, работает ли все. Жужжей вроде запахал. Да. И Твич запахал. И Пека, наверное, сейчас запашет. Окей. Все, вернулись к сиськам. Всем привет, кто уже подтянулся. Я начну новую игру. Я вчера просто тестировал немножко. Будем сейчас ознакомливаться со вселенной сисек. Ну, как бы там, наверное, все поглубже, но... Это как-то можно пропустить? Да, отлично, это пропускается. Выберем... Так, Хибиджу Академии, Гессен Академии и Хэнзо... Короче, выберем вот это. Здесь, по-моему, все как-то... солиднее, что ли. Привет, Финрот Накс. Короче, не будем залезть катсцены. Я пришел сюда за другим. Вы тоже пришли сюда за другим. Поэтому будем ознакомливаться с материалом. Узнавать глубины, так сказать. Трехмерной анимации. Так... Угу, угу. Здравствуй, КДМ. У нас сегодня качественный контент. Так. Блин, они даже при ходьбе трясутся. Так, окей. Но в дрессинг-рум бежать бессмысленно, потому что у меня пока нет никакой одежды. Как бы странно это ни звучало. Нет. Окей. Надо к кнопкам привыкать, я не особо большой знаток. Я достал свой гигантский вибратор ради этой игры. Вот так вот, поэтому придется сегодня вспоминать азы. Давайте сначала тренинг филд. Давайте basic тренинг. Basic action. Будем учиться познавать все с нуля. А потом я уж пойду делать эти миссии и так далее. Блин, какие же они здоровенные! Привет, Никотин. Ну, извини, так. Фурятины уже хватило. Так, еще две стронг атаки. Отлично. Еще одна стронг атака. Ой-ой-ой. Вот это было серьезно. Так. Эрил атак. Сейчас посмотрим. Это человек с качественный контент. Че ты тут? Что тебе не нравится? Ага, все, я понял. Отлично. Блин, надо реверсивную камеру поставить, чтобы ее грудь была чаще видна. Сколько Адольф сдонатил? Я не продаюсь. Чё ты? Исключительно по своему желанию.
Вот это было неплохо, кстати. Так. Эти завезли, или его тут не особо? Его тут достаточно, друг мой дорогой. Так, подожди, а что такое Aerial Rave? Вот это было непросто, кстати. Я начинаю осваиваться с управлением. Где сиськи? О-о-о! Давай-ка, трансформация. Я сегодня буду на фабрике комментаторов. Ох ты ж, блин! Так, окей, ладно. Давайте-ка вернемся, значит, назад. Я вроде примерно разобрался с управлением. Рубикона еще не было, демон. Это предстропония. Сегодня просто надо разнообразить немного этого. Как это говорится-то? Разнообразить немного контент на стриме. Так, давайте, значит... Shinobi Girls Code Hibiji Battle Records. Давайте-ка. Сейчас, чехвос, это тренировка. Поехали. Привет, Келмер. Сейчас будем ознакомливаться с... японской... Блин! Они прям справа дрожат все время. New Elite Class, тра-та-та-та-та. Блин, у нее еще и челки. Сюжетные игры? Ну здесь такой глубокий сюжет. Да если я бы сказал, сюжет двигается и колышется, и подпрыгивает во все стороны. Я вот не знаю, выбрал бы либо центральную, либо правую. Чё они так дрожат-то, а? Привет, Хичкок. Про съезд от себе Кадем сам придумал, не слушайте его. С такими большими же неудобно. Да ты чё? Ох ты ж. Блин, я видел её труселя, по-моему. А её, по-моему, не... Вот, видел, отлично. Вот. Чё я не двигаюсь-то, лол? Так. Ой, одежда стала... Воу. Я чё-то из стана даже не вышел. У нее больше стали? Или мне кажется? Блин. Чё-то как-то очень жестко тут лупят.
А уровня сложности поменьше нету? Ай-яй-яй. Так, давайте еще раз. Да-да-да, давайте, придется. Опыта еще много. Поехали, ретро. Так, окей, погнали. Вся суть игры еще не началась, ребят. Вся суть игры будет, когда мы будем доставать одежду из рандомного доставания одежды. Вот так вот. Да я не умею играть в этот... файтинге. Но я далек от этого. Да ё-моё! Too easy. Да, оп! Оп! А чё это встанет так долго, лол? Я, а чё стан-то такой, блин, длинный? Воу-воу-воу, пошло-поехало. Отлично. Да ну лол, как она это делает каждый раз? Ёшкин кот. Я не очень понимаю, как мне блокировку делать. Здесь какая-то физика очень специфическая. Я еще и проиграл. Да лол! Она просто с ульты разобрала меня. Я ее разбирал, и вдруг она делает эту ульту, и... твою-то мать! Я чё-то ничего не понимаю в этом файтинге. Твою-то мать! Ну это как-то вообще неправильно. Хотя в этот раз экспы насыпали очень много. Давайте еще одну попытку. Привет, везунчик. Не, ну серьезно, какой-то баланс неправильный абсолютно. Как-то сносят мгновенно просто. Не обучаем, а где здесь F? Ты о чем вообще, Кадеум? У меня никакой кнопки F нету на этом. Так, отлично. Довольно быстро первый этап раздевания сделали. Да ну лол. Так, отлично. Качественный контент, Орбит, абсолютно. Вау! Так, окей. Она делает трансформацию. Оп, отлично. Ее два раза раздеваешь.
Да ну лол, опять это сраная нинпо. Ну, что это за читня? Да второй, как она второй раз подряд-то его юзает? Ну это срань какая-то. Так, она осталась в одних труселях. Отлично, я выиграл. Так, или еще нет? Нет, это не есть реборн канала. Да ну нет! Она без труселей теперь. Ну и опять, я не понимаю, как ультить. Надо, видимо, еще сходить в тренинг-рум. Что-то сложная игра, ребят. Да ну лол! Как... Господи, сколько же у нее хп? Это какая-то вообще совершенная дрянь. Привет, пивас. Не, ну я сейчас левелапнулся и так далее. Ну это как-то очень-очень-очень сложная игра. Оценка F. Хотя экспы срубил, всего срубил. Сюжет есть? Ну, чё-то типа того. Так, level up. Ну, прям хороший level up. Ну, давайте еще одну попытку. Привет, Дизель. Название завлекает. Да, название нормально. Да я не знаю, они тут как-то в стан попадают очень надолго. То есть... Так, я снял с нее первую одежду, окей. Привет, Чингуни. Ребрендинга канала еще не было. Да ну лол! Вот так динамика из сисек, да. Камера дебильная, конечно. Так, я снял с нее еще одну полоску. Привет, Крейзи, Лаки Лак. Так, такими темпами легче порнухи или хентай посмотреть. Да ладно, слушай. Блин, ну к... как она своей ультой задолбала? Так, с меня часть одежды слетела. Воу! Так, я брейкера вроде заюзал. Ну ёп! Привет, как сел? Ну, я, похоже, слил. Не понимаю я немного, как это работает. Хм.
Так. Отлично. Неужто я слил? Так, надо подпрыгивать. Ну, я не успел подпрыгнуть. Я вся знаю, что жирная сисястая японская школьница ниндзя. Именно так. А за что меня должны шкварить? Я не очень понимаю. Да. Блин, я все больше и больше экспо получаю и качаюсь, но я никак не могу победить. Да, теперь будет ток сиськи будет на стриме. Мне сказали, Александр, мы устали от танков. Видеть одни сиськи КВ-5 уже надоело. Давай что-то новое. Так, отлично. Too easy. Сейчас ночью решил пройти калибровку в Overwatch. Мы вчера с Артемом немного поиграли и поняли, что мы сильно устарели в плане... Да что стан-то такой долгий, лол? Стан просто бесконечный. Привет, Рейкет. Я не знаю, это какая-то чушь просто, бесшансовая. Нет, я не знаю, у меня что-то меню не включается. Нажимаю на меню, а меню не включается. Это просто чушь какая-то. Ой. Да. Да, ты not strong enough. Не поспорить. Так, сохраним пока дату. Про политику поговорить некогда. Но политику, по-моему, обсуждать немного на других стримах. Нет, котопёс. Думаю, нет. Я тебе не по танкам, да, пулять. Так, у меня какие-то очки ж появились. Давайте посмотрим. Да. New items и что-то там. Ага, ты выбираешь, сколько ты будешь донатить, типа, на этот. Так, окей. В Эйгруве. Что это такое? Ага. Это... трусики? Так, окей. У меня есть зени, будем тратить их вообще сколько можно. Так, so hot, окей. Угу. Еще одни труселя, окей. Давайте теперь вот так вот. Игра для трухи конов, да. А что, нет? А это опять так, у меня уже, это высокий ранг, что мне сейчас выдаст? Умерито-сан!
Так, окей, я понял. Все, у меня кончились деньги. Так, оп, нет, стоп, назад. Давайте-ка теперь оценим, значит. Ага, так. Ага. А тут их можно отдельно покупать, либо играть в лотерею. Я правильно понимаю? Ага, ага. Все, я понял. Так. Дрессинг-рум. Давайте-ка зайдем. Или сдонатили тебе на нее чисто расслабиться ненадолго, а то как-то устал играть в одни танки и еще во что-то. Так, здесь у меня ничего не появилось. Окей. Это ее... Угу, окей. Так, это... Ага, ага. Ага. Ну вот это, по-моему, довольно миленько. Обычно она какая-то не очень. Давайте вот этот цвет возьмем. Так, на. Так, а как ее развернуть-то можно как-нибудь? А, можно! Так, окей, нормально. Так, аксессуар, это что у нас? Ничего, по-моему, нету. О, я еще и на разных девочек. У меня типа, ага. Угу. А на нее тоже могу разные надевать, да? Угу. Глубокий геймплей. Окей, я понял. О, а я здесь их поменял еще. Не, ну давайте. Ну ладно, давайте за нее побегаем. Так. Привет, задница героини проблем. Да, за одеться что-то можно было и побольше сделать. Тут не поспорить. Ладно, давайте за Мияби поиграть. Так, стоп, подождите-ка. Стоп. Ага, все, окей, давайте еще раз. То есть я могу разных надевать, и тра-та-та, окей. Но мне сказали, что в игре достаточно просто немножко драться, чтобы получать очки, а потом надевать новое белье на девушек. Давайте без долгих вступлений. Не привык я к джойстикам, не люблю джойстики. Я люблю клавиатуру, но на клавиатуре здесь играть просто не во что. Ой, здесь, кстати, тоже труселя видны другие. Так, о, новое белье видно. Привет, злой Евген. Так, с меня немного сняли одежду. Я не понимаю, как здесь блокировать. Я вижу только брейкер. Так трусля дает суперсилу или просто так? Ну, естественно, просто для удовольствия. Я не знаю, то я дерусь там до мили... Привет, Иджин. У тебя довольно говёный микрофон, к слову сказать. Ты бы микрофон бы сменил для стримов. Жалко, что это не Зоофайт. Спасибо. Так. Физика сисек, да, деспоти. Мияби.
Так. Камера дебильная. Так, я вроде потихоньку разобрался с управлением. Ладно, не разобрался, видимо. Я даже не успел... Глол! Просто, если ты встанешь, стой, получай. Отлично. Так, я ее раздел немного. Привет, сосиска в тесте. Это качественный контент, это невероятно. Ты не видишь, сколько качественного контента. Здесь, по-моему, качественный контент просто скачет и... Да лол. Неужели я опять слил? Лол. Я не понимаю, как от этого уворачиваться. А я не понимаю, как ультануть. Я в управлении ни хера не написано. Там какие-то комбы надо для ульты, и... Я с джойстиком ни хера не могу. Не умею. И не учится что-то. New Technic Learned. Привет, перчик. Я не понимаю, как ультить. Здесь кнопки как-то... Меня еще бесит, что они передвижение сделали на стик. Это, по-моему, делают только полнейшие ублюдки. Управление на стик — это полная херь. Так, это брейкер. Да ну ёб... Почему я в стане постоянно сижу? Так, отлично. Так, отлично. Мы потихонечку раздеваем ее. Она трансформировалась. Она... Стоп! Она даже Лол! А как так-то вообще? Она сразу заюзала трансформацию и ульт одновременно. Как так-то? Я вот этого не понимаю, как это удается. Срань какая-то.
Давайте еще раз, на секундочку. Фаталити, да я не знаю, она делает их по 3-4 за этот, за каточку. Вот так вот. Ублюдочное управление совершенно. Угу. Угу. Ладно, попробуем. Ну, а просто Хокаги, а ты нет, да. Давай, 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 поехали. Да, 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 да. Out of my way, ниндзя, тра-та-та-та-та. Спасибо, хоть не сделали игру про Наруто, которые бы раздевались во время боя. Хотя на СК2 ТВ это бы имело бы успех. Наверное, я не уверен, конечно. Давай, 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 давай. Спасибо, Экзекюб, за фоллоу. Так, окей. Так. Пдыщ. Пдыщ. А то что, мы тут просто... трансформируемся безостановочно. СК2 ТВ мертв? Каким образом? Ninja Art Energy! Не успел ульту сбить. Ну, ладно. Вау! Я победил. Я победил! Да ежишь! Ежишь! Предплей-офф. О, блин. А в порванном... Да. Ух-ха! Отлично. Вот я доволен теперь. Не, ну хорошо вышло, прям добротно. Они так и будут говорить. Не, слушай, на фабрике я судья. Я просто от Аташки демонстрирую, что такое качественный контент. Ага, ого, какие слова-то. Она предлагает тренироваться вместе? Это то, о чем я думаю? Ладненько, привет, Сайджи. Они become stronger, no matter the cost. Ууу, она не может драться одна. Нормально. Ежишь. XP, кстати, насыпали вообще море. Просто вау.
Просто левелапы тут за победку, прям вообще. Насыпали миллион левелапов. И new technique has been learned. Ага. Новая униформа. New Shinobi, ага. New items available. Save the data, окей, конечно, save. Так. Как так вышло, что ты заманил тебя к себе в фабрику? Ну, мне это было интересно. Чё бы разочек не поругать людей? Так, где мой дрессинг-рум? Переходим к качественному контенту. Так, что у нас есть из формы? А какая разница? Ну ладно, так, окей. Здесь ничего не поменялось. Здесь, я думаю, новые не добавились. Окей. Так, а это что у нас такое? Окей. Так, зайдем-ка сюда. New items in stock. Лингери лотери. Давайте-ка. Давайте вот так вот. Way sweet. Ну, как-то маловато вышло. Ну, ладно. Ну, еще у нас там. Нормально. Так, окей. А остальные я пока не могу, да, бахать? Давайте посмотрим. So hot. Довольно высоко. Окей, давайте-ка. Не самый верхний ящик, но окей. Нормальненько. Так, да, у меня зенни кончились для лотереи. Давайте посмотрим, что я выиграл. Ну, как хотят. Это уже было. Так. Угу. Угу. Вот это нормально. Так, а что-нибудь еще там интересное есть? О, белье видно даже сквозь форму. Ну, ладненько. Так. Поехали на следующую миссию. Привет, Блэкген. А чё я не могу следующую часть? Так. А, мне, видимо, за другую девочку другую миссию там еще надо. Ну ладно. Так, ладно, там какие-то... Да-да, я не думаю, что есть смысл все это читать. Мы собрались тут за качественным, а не за чем-то еще. Вот так вот. Это я других девочек избиваю, да?
Давайте заранее пройдемся в шиноби. Раз уж у меня есть такая возможность. Пдыщ. Пдыщ. Да. Е. Воу, вот это было неплохо. Я ничего не понимаю, но мне нравится. Стрим фабрики от тебя будет? Зачем? Я на стриме Адольфа буду. Не волнуйтесь, я там постараюсь разнообразить процесс. Блин, а драться с обычными персонажами изи вообще. Все, все побиты? Отлично. Очень смешно, Декрипифай. Ага, это босс. Блин, нихрена у нее бидоны. Я извиняюсь. Отлично. Так. 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 Ну, я победил. Да. Привет, удар. Привет, у тебя странный вопрос, что дает победа фабрики сегодня. Ничего! А поражение, позор и унижение. Да, да, сожми кулачок. Ох, ох. Хорошо прям. Угу. Enemies Defeated 77. Оценка Б. Ну, ну ладно. Зато опыта дали кучу вообще. Сейчас пару левелапов будет. Да. Даже воу. Нормально вообще левелапнулся. Окей. Да, сохраняем эту дату. Глубокий сюжет у этой игры. Будешь ли ты унижать Адольфа на фабрике и тонко его подкалывать? Я буду всех тонко подкалывать на фабрике. И не очень тонко. Мне надо только давать поводы. Будет повод, и я сразу вгрызусь, так сказать. О, блин. Хонор! Ууу! А у меня новая атака вроде бы с этим крылом. Давайте Шиноби трансформейшн сделаем. Привет, богомол. Умом Японию не понять. Это точно. Садиться все равно никто не будет. Ну ладно.
Зачем ты вообще согласился поучаствовать в этом бреде? Чтобы говорить гадости про людей, что ничего не умеют? Привет, Финнер. Качали я сегодня японскую ветку? Можно и так сказать. Блин, какая же у нее гигантская грудь. Че, еще кто-то остался? Ладненько, пойдем поищем. Возьми с собой желтую красную карточку. Это какая-то тонкая шутеня? Неужели я кого-то еще не убил? Я что-то не очень понял. Так, все. Дурацкая камера, конечно. Ага, а это Дэв. Окей, я понял. Так, я понял, где они. На тех, кто это озвучивает, ну, слушай, Сею довольно известная профессия. А, теперь я могу бежать дальше, у меня появилась эта стрелочка. Так, окей. А чё я остановился? Какой-то у неё странноватый голос для такой внешности. Но буфера-то знатные. Так, я снял с неё первый наряд. Воу! Прикольное белье. Так. Воу! Воу, а блин, а чё у неё трусы не соответствуют этому? У нее леопардовые трусы, но синий лифчик. Это странно. Ну, чтобы не расстраивать зрительниц, которые приходят в Флакс, очевидно же. Блин, они так трясутся. Так. Ох ты ж. Воу. Так. Воу! Воу! Так, опять раздели ее до белья. Так,
変身しなくても強いし、そもそも少年ではない。秘伝忍法отлично, я победил. Привет, Джандор. Как и все стримеры, да, пивас, правду говорит. Ничего не сказать. Ну, как-то я ее легко прям заборол. Да, вот так вот. Не, ну название для стрима я специально под... Ну, название для стрима отлично подходит. Согласитесь, я не обманул. Я честен, как никогда. Ну, оценочка С. Ну, я там долго искал противников. Окей, это мой косячок. Ну, сколько левелапов-то, а? Блин, я случайно перемахнул. Так, окей. Сохраняем это золотое дело. Так. Мне все стоит на этот контент, надо писать что-нибудь с лолями. Ой, да ладно, пивас, слушай. Большие сиськи — это круто. Не обманывай ни нас, ни себя. Большая грудь — это здорово. Толковые средние танки. Именно что БСТ. Надо подумать немного. Шиноби! Трансформейшн! Неплохо, пивас, неплохо. Но французский Шерман еще ничего, на самом деле. Так, а она во что превращается? Я не успел ее раздеть, блин. Привет, Феникс, да. Нормально вообще. Есть у меня легкая слабость к девушкам. Что-то это какая-то потная дама. Отлично, я поб... А чё на ней раздевается-то? Лол. Привет, ассасин. Ожидаемо несколько? Что именно? ФЦМ — это не СТ. ФЦМ — это ТТ. Это и есть твой секрет, но я сказал, что типа секретная игра и тра-та-та-та-та, да, это и есть та секретная игра. Ну, надо же хоть иногда поиграть не в танки, вот так вот. Привет, Диз, да, можно и так сказать. Нравится контент? О, оценку А даже получил. Пару левелапиков. Так, отлично. Ожидаемо, что игра подобного рода будет. Ожидаемо не значит плохо. Тебе не нравится школьница с гигантскими грудями, и которая раздевается в процессе битвы? По-моему, нормально вообще. Я понимаю, там пивас жалуется, потому что у нее фетиш на лолей. Вот. Но не более того.
Ты в душе самурай, тут ниндзя, Келлигер, тут ниндзя. В Наруто бы поиграл. Я стримил Наруто разочек. О, там Шики будет. Окей. У нее прикольный нарядец. Так, дайте секундочку. А, отлично. Так, давайте сразу в шиноби сделаемся. Так. Бу-бум. Блин, я каждый раз говорю это. Ну, задницу могли бы сделать слегка поокруглее, конечно. Я вроде понял, как блок ставить. Но это какие-то вообще нехорошие женщины. Так, левел апнулся. Они как-то убиваются значительно тяжелее. Камера, конечно, во всех этих играх сделана как срань господня. Ну, отлично. Так, ниндзя арт энерджи. Наруто Шторм лучше? Да, не знаю. Я проходил Наруто Шторм. Это когда ты идешь по одной тропе и как бы... Четыре персонажа видят на этой тропе флешбеки по очереди. Спасибо, как бы... Воу! Отлично. Почему в России нет ниндзя-школьниц? Так, отлично. Привет, Old Madman. Что, новый патч для танков? Тип-тау. Так, окей, сейчас, видимо, будет что-то... Сцена какая-то? Опа! Да, вот она клёвая. Личка, конечно, слегка излишне миловидная. Вот у неё Шиноби Трансформейшн клёвая, смотрите. Привет, Древока. А где дно-то, я не понимаю. Блин. Ну классно ж, чё вы. Чё-то здесь как-то туговато идет. Ну, какие-то атаки жестковатые. Опа, я ульту сделал.
И меч стал больше. Секрет нин... Так, я вроде бы понял, как юзать секрет нинджа арт. Привет, Маринкин. Воу! Оп! Да, я вроде понял. Dodge this! Purtagorio of Good and Evil! Блин. Она прям под ульту мою встала. Воу! Виктори. Нормально. Это было круто! Мне даже понравилось. Не, ну согласитесь, как бы, в игре есть некая своя атмосфера, я бы сказал бы. Сразу видно, что не зря отвалил 30к за видюху. Это точно Дис, привет, Токио. Мне даже интересно, что ты сегодня за антистрим покажешь на фабрике. Ранг С, ну ладно, в принципе, все было неплохо. Экспы должны отвалить нормально так. Отлично. Есть некий шарм. Да, я согласен. Шарма в этой игре вообще достаточно. Один сплошной шарм. Да, Марин Кинг, эту игру можно стримить на Твиче. Я не ставил патч для того, чтобы они были голыми. Поэтому можно. Есть патч, который делает их голыми, с ним нельзя. Я бы даже сказал, у каждой девушки есть два неких шарма. Я бы даже сказал, несколько побольше. А почему ты дерешь с какой-то веткой? Ну это такой меч демонический какой-то. Я на оружие вообще обращаю внимание не так много. Здесь уже какие-то противники... Пусть серьезнее. Так. А, это опять змейки. Привет, Олегус. Это Devil May Cry 7. Даже покруче, я думаю. Пойду порно посмотрю. Ой, да ладно. Изи прям. Раскидал вообще без проблем. Потеряв половину хп, но... Но раскидал. А теперь мне надо поиграть за другую девочку? Она же со... А, нет, мне надо ее надрючить. Ух! Ух!
Так, она Шиноби Трансформейшн делает полуголой. Окей. Так, окей. Первая ульта. Delightful Inferno! Быстро она так, полетели. Ну тут как-то так себе. Так, а это что за ульта? Ага, окей. Нужно больше фанси, да его тут, по-моему, и так достаточно. Так. Угу. И победка. Ульты бахают вообще. Изи. I'm not done yet. Кстати, они прикольно падают в такой позе после поражения. В этом что-то есть. И меч в ножны. Пара-па-па-па. Ладно, даже эта фраза звучит довольно пошло в разрезе этой игры. Но я бы вложил как бы свой меч в несколько ножен из этой игры. Я бы даже сказал почти во все, скорее всего. Так. Так, понятно. Пошел сюжет. Окей. Воу! Так, это, видимо, я прошел какую-то первую часть или что-то около того. Так. А это поинтереснее танков, определенно лестнее, я с тобой согласен. Но этого персонажа я хорошо накачал. Да, я закончил арку Мияби. Окей. Довольно быстро вообще. Прям хорошо так. Они все столетние эльфийки. Ага, ага. Я, честно, не очень знаком с предысторией игры. Я как-то... обращал внимание на какие-то другие моменты. Так, ладненько. Давайте заглянем. Поиграем немного. А что за итемы можно еще купить? Шиноби. Ага. Секси мейт. Окей, не знаю, что это. Girls One Piece. Ага, окей. А что за пикс? Так. Юниформ. Ага, а тут какая-то униформа за 20 тысяч. Йоу. Униформа от Swimsuit, а это что такое? Ладно, давайте немного поиграем в Лингере лотерею. Shake it, baby, way hot. Ну окей. Что нам отсюда выпадет? А, это первый из топовых. Ну, как-то такое себе, не знаю. Соу Груи. Ну, это что-то средненькое. Посмотрим. Привет, Мамэми. Да, наверное, десит накачают. Ну, какие-то простенькие труселя. Вообще разницы не вижу. Так, давайте-ка...
Так, что у нас из униформы появилось? Так, окей, а это что? Так, окей. А здесь у нас что? Ну, такое. Вот, вообще нормально, да. Так. Girls One Piece 2. Так, а это что у нас? Так, окей. Черный вариант, по-моему, получше. Мне так кажется. Я вдруг начнешь философию про философию и психологию. Я даже не знаю, здесь столько философии и психологии, что путаешься в мыслях и все такое подобное. Давайте все-таки оставим этот вариант. Понитейл ей не очень идет, лучше уж оставить базовую. Так, окей. А как сменить персонажа, интересно? Наверное, здесь. Сейчас посмотрим. Нет, наверное, не здесь. Так. А что у нас здесь? Угу. Значит, здесь я все прошел. Теперь у меня есть вторая девочка. Я ее поменял? Нет, я ее не... Блин, а как ее открыть? Я что-то не очень понял. Сейчас я... Нет, наверное, не так. Сейчас. Характер. Так. Да. Давай, нудмот и православный плеер Пеки. Нет, не Айс. Я ж типа твичера с будущей, поэтому... Вот это нормально. Так, окей. Так. Так. Угу, нормально. А понитейл у нее тоже есть. Как у нее смотрится? Чё-то хадесугинай ка? А ей можно понитейла оставить. Так. Так, окей. Так, Shinobi Girls. Ага, Operation Wheels. Поехали. Там есть, конечно, какой-то сюжет или что-то типа того, но я как-нибудь без сюжета. Ты запустил обновленный канал? Нет, еще не запустил. Ладно, так. Потрясающий сюжет можно немного опустить и поехать к главному. Где все, побежали качать, что ли? Я думаю, свои нефритовые жезлы натирают. そんなに見つめて私に何かついていますか。ユミは身のこなしが女性らしいのな。そうでしょうか。普段もそうだし、戦っている時もこう踊っているようにしなやかな動きだ。せい、なんで、さ、やー、しのび、です。
Давайте позовем на Шиноби Тайтэн. Привет, Вайт Сансет. Надеюсь, ты не одной рукой играешь. Двумя. Одной тяжело было бы. Вот это Шиноби Трансформейшн. Да, ребят? Правда, у нее шест маловат. Ей бы шест побольше, да? Привет, Зигзиг. Как тебя, Дигза? Да никак не вербовал. Но я же не буду говорить, что он отдал мне все пикоины 47-го, раз тот закончился стримингом, поэтому... Так, я победил. Видимо, третья рука там чужая, с донатной. О, вот это клевая девушка. За нее тоже можно играть. Так, отлично. Оп! Оп! Так, окей. Блин. Прикольный нарядец, весь раз... Весь разорван. Хинату напоминает из Наруто, вам не кажется? Так, а чё это за ледышка у меня тут? Чё-то мне сейчас вкатали немного. Было бы чему тут рваться, честно говоря. Секрет ниндзя техник. Давайте-ка посмотрим. Роллин Сандер. Воу! Хорошо выглядит. Ну, а Баль, ты прической немного, когда у нее были короткие. Так. Так, секрет ниндзя техник, давайте посмотрим. А, это та же, окей. Я их включаю наугад как-то, поэтому... Киржакнул немножко. Ох ты ж. Она даже плачет как бы. Я победил. Блин, она закрыла весь обзор своим телом. Ты был иконой андеграунда, я и сейчас иконой андеграунда. Чё ты? Сегодня икона андеграунда будет рассказывать другим, как быть иконами андеграунда на Пека 2 ТВ. Ну вот так вот. Пч, 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 все трясется. Окей. Много левелапнуто на этом. Ну, категория С. Ну ладно. Раз, два, три, четыре. Вообще хорошо, прям апнулся. Я-то уже пипсионер довольно давно. Я уже больше недели с тем, что ты видишь, грубо говоря.
Поэтому ты немного опоздал меня пинать на тему андеграунда. Вот сейчас, в отличие от танков, настоящий андеграунд на стриме. Просто никто не ценит. Почти как фильмы с Джеки Чаном, только немного эротичнее. У Джеки, конечно, тоже был неплох. Чё, как новые видях? Нормально. А ты уже мог держать джойстик без рук? Нет, не могу. Каким образом? Мне так нравится, как она стоит на одной ноге. Блин, что у них за адовые повязки на лице? Что за сюжет? Ну, чертова... Воу. Да вот... Вот это был сюжет сейчас. Вот этот сюжет открывается. Ты видишь, как сюжет нагревается, господи. Сюжет показывается. Да не, Аурус. Игрушка-то не сказать, что древняя, но тут графен такой, как бы. Давайте, затрансформируемся. Добавим немного качества на этот стрим трансформации. Блин, как же она с этим шестом? Так, окей. Я не туда ультячу, по-моему. Ну ладно. Да и сюжет нагляднее, чем в Dark Souls, это точно. Мне стыдно признать, но я знаю эту игру. Ой, да ладно. Так, она сейчас немного разденется. Не плачь, дорогая, все хорошо. Ксо! Она ниндзя трансформируется. Спасибо, Asha Take, за фоллоу. Пдыщ. Пдыщ. Но не сказать, что ее трансформация сильно меняется. Ё-моё. Вот сейчас будет добротно. Вот сейчас вход Роллин Сандера будет от души. Смотрите. Сейчас Роллин Сандер просто вломит. Вломит в толпу. Я сразу снял с нее еще одежды одним попаданием ульты. О, палка увеличит. Блин, как шест короля обезьян. Блин, вот я тут немного встрял. Ой-ой-ой, меня раздели. Ё-моё! Ё-моё!
Отлично. Так, сбрасывай-ка. Оп! А как он держится? Отлично. Изи. Как они все это... Да. Да, вот это неплохо. Хороший ракурс. На цензуре. Ну, блин, на Twitch же, поэтому цензура. Извиняйте. Может, когда-нибудь поставлю нюдмод и углубимся в это поглубже. Вот так вот. Игра прекрасная. Очень глубокий сюжет. Рост персонажей, изменение их характера и все такое прочее. Куча левелапов. Хорошо. Уже 12 левел. Сейв дата. Окей. Совкорненько во всех смыслах настоящий... Давай настоящий хардкор. Ненавижу хардкор. Я от него далек безумно. Неплохо сказано, Тути. Блин, какая нишнота. Я, правда, не очень люблю такие глаза у девочек. Сразу ее раздели прилично так. Но у нее не очень большие. Как они эти сцены продумывают? Так, отлично. Жалко, что я ее от стенки откинул. Давно планирую уже начать озвучивать анимешные игры, но как-то повода не находятся. Отлично. Это было легко. Да, слушай, реально же люди придумывают эти сцены там. Размышляют, типа, как она должна показать свою задницу, например. Не, ну, человек, который занимается этим, просто молодец. Сразу видно мастера своего дела. Если с геймплеем есть какие-то вопросы, то со всем остальным вопросов никаких нету. Не знаю, Old Madman, мне тяжело представить. Ну, вообще, быстро разобрал. Эта глава называлась «Кьют», типа «Милая». Угу. Которые влюблены в свое творчество, да. Это настоящие герои, которые... относятся к своему делу по-настоящему серьезно. Вот так вот. Жалко, что я не в Японии живу. В России не уверен, что есть смысл делать такую игру, хотя черт знает. Ким,
任務開始。指揮、ちょうどいいところに。急に頬を引っ張るな。もうイムチンってばいつも表情が硬いよ。カッチカチなんですけど。痛い話。硬くてもいいじゃないか。硬いのも好きなんだけど。お、я сейчас шики буду драться опять. Или нет? Как-то он нарасшей 感じ。Ё-моё! Какие, блин, в России вообще игра бы зашла, я думаю. Почему ГГ баба-то, а не мужик? Ну, слушай, на мой взгляд, когда девушки сдирают друг с друга одежду, намного лучше выглядит. В конце себя добавляй не то, что Адольф. У меня есть одна идея на тему шуток для фабрики. Насчет сравнивать всех конкурсантов с Адольфом. Вот. Но я думаю, это будет слишком жестоко по отношению к Руслану, поэтому... Я пока решил так не делать. Как она на шесте-то вертится, да, ребят? Сразу видно, что знакомы с ним. Во, опять Шики. Ну, блин, она клевая. Конечно, ей убрать бы вот эту пошловатую тень над глазами. なんだそのひどい顔は。はい、やって柔らかくしたいんでしょ。たく、本当はやりたくないが。Я не туда направил ульту. Не, блин, ладно. お前はもう死んだもと。А нет, это нормальная ульта, окей. Это все хорошо. Привет, мистер Боба. Нани-куре! Извините, я понимаю, что это звучит дебильно, но... Блин, с меня содрали немного одежды. Привет, гудбро. Да, контент... Блин, она шиноби трансформируется, а я даже не успел с нее верх снять. Пч. Пч. Ну, клевый наряд. И вот эта поза, как бы сбоку, которая подчеркивает все. Нет, это, по-моему, не то нинпо. Я опять промахнулся. Нет. It's over. Да, я промахнулся, короче. Ну ладно. Привет, Малди. Кто это смотрит? Прогрессивные молодые люди, которые уважают японскую анимацию. И ты, например. Это был Киржаков настоящий. Йо, неужто я проиграл? Так, брейкер сработал. Не-не-не-не-не. Я под ульт попал. Так, держись, шансы еще есть. Не, я, по-моему, слил. А, нет, это ульт у нее. Ну, я слил, короче.
Блин, она сильная, конечно. Ладно, давайте вторую попыточку. Что-то как-то прямо... Сложный оппонент. Не хватает немного левела. Нервы сдают, а чё нервы-то сдают? Ну, сейчас атака станет посильнее. Попробуем надрать ей. Хотя XP явно не так много. Давайте, ретро. Сингат имели. Ну, да, даже лучше иногда. Я поддался. Вот так вот. Ну, я все-таки джентльмен. Даю девушкам иногда победить. Пу-ру-пу-пу-пу. Блин. Вот хорошо, что сейчас Эмми там где-то, не знаю, на учебе или работе. Другие мои подруги не знают, чем я занимаюсь. Потому что если бы кто-то из моих подруг бы знал, чем я занимаюсь, мне было бы довольно стыдно. Ну да ладненько. О, Диник, здравствуй, спасибо за фоллоу. Начнем заказывать поношенные трусики. Ты можешь начать их делать, друг мой, если у тебя есть девушка. Ё-моё! Они как-то вот, когда нападают, наносят удар, это... Это немного жестко. Всё, всех отделал. Да. Выходит, не такой уж ты прогрессивный, если тебе стыдно за прогресс. Ой, да ладно. Привет, Трафальгар. Это новая обнова в танк? Ну, типа того. Типа того. Я решил сосредоточиться, наконец, на... Вот сейчас должно войти жестко. Смотрите. Чисто в толпу. Да, еще идеально ульта. Просто бриллиант. Бриллиант. Смотрите. Ну, если бы я еще... Ну, тут не попаду. Ладно. Но этих вообще сбило как бы отлично. Как она работает в шестом, а? It's over! Блин, я опять случайно поражал ульту. Ну ладно. Только это другая ульта, которая Dead Fox. Dead Fox me! Люблю эти звуки, которые издают в этих играх. Ну, я имею в виду всякие... Так, отлично. Так, еще раз деле. Так, вот, добро-т пошло. Ну, ладно. Жаль, не успели еще немного раздеть. Глубокий сюжет. Да, блин. Кажется, я знаю, с кем закажу Дакимакуру. Не сказать, что я большой фанат ведьмочек или чего-то подобного.
Так. Подбам! Отлично. Отлично, это победа. Великолепная победа. Господи, какой классный файтинг. Да, Мунзерк. Здравствуй. Файтинг на 10 из 10. А здесь даже наряды можно менять, что очень важно для любого файтинга. Отличненько. Сколько мне там осталось до конца этого стори-мода? Не, ну первая девушка в стори-моде, на мой взгляд, посимпатичнее. Не, ну эта игра в Стиме стоила сколько? 499 рублей, и она отбила каждый рубль еще за первые минут 15 игры. А когда я разобрался с управлением, оказалось, что в ней даже можно что-то делать. Одной рукой печатал. Понимаешь, Мунзерк, меня сегодня позвали побыть судьей на фабрике комментаторов. И я решил, что надо сначала продемонстрировать свою квалификацию. По какой причине я могу судить других людей? И я решил, что эта причина наиболее адекватна. Блин, я полоску немного слил. Мне кажется, квалификация против на 10 из 10. Да я тоже так думаю. Понимаете, контент должен сразу заинтересовывать. Нужно и название придумать, которое зайдет. И игру, в которой есть какой-то глубокий посыл. И чтобы в чат мог обсуждать что-то. Чтобы и игра, и все остальное подходили. А, давайте-ка. Не знаю, конь, но с помощью этих штук под портретами они становятся сильнее. Название зашло, это топ-1. Ну, я обычно всегда топ-1, но название действительно подходит. Джойстику, конечно, непривычно с ним заниматься, но думаю, я справлюсь. Я подумаю на эту тему. Так. А, это которые опасные. У них много хпшечки. Они вырубаются далеко не сразу. Я просто буду смотреть, если Адольф будет добрым, то я буду злым. А если Адольф будет злым, я буду добрым. Нужен некий баланс. И не я, ни... все такое подобное. Так, а когда там следующая девочка-то появится? Так, отлично. Осталось немного. Виды здесь, конечно, сделаны по уму. С глубоким посылом, но в игре бесконечно глубокий посыл. Так, во. Сейчас босс выходит, видимо. Доставайте мне босса, да посимпатичнее. О, вот этой девочки, по-моему, еще не было. У меня сразу ассоциация с фильмом «Убить Билла». Не знаю почему.
嫌われるかもしれない一大事なんだ。負けてたまるか。お互い。Так, она первый раз раздевается. Окей. Черный лифчик. Я почему-то и думал, что у нее черное белье. О, привет, Руслан. Так, давайте второе раздевание. Вот. Вот теперь по уму сразу. Ну, вообще, черная клетка смотрится ничего, так согласитесь. А что у нее за наряд? Так. Надо, кстати, одной моей подруге-блондинке предложить. Это же Снейк. Ну вот, понча немного лишняя, мне кажется. Понча как-то воспринимается немножко не так. Так, давайте-ка. Не, ну вот понча закрывает шею, из-за чего внимание на декольте не так хорошо обращается. Это важный момент. Как-то она очень легко бьется. По-моему, без понча немного вульгарно. Все и должно быть немного вульгарно. Вообще какие-то лесбийские корни чувствуются, когда она каждый раз говорит: я делаю все это ради Мьёби, или как там зовут ее подругу. Я чувствую, что между ними есть какое-то напряжение. Ладно, тут уже пошел сюжет, или... Ох ты ж! Люблю такие арты, в них что-то есть. Но, видимо, я все правильно понял. У них тут какая-то любовь-морковь или что-то около того. Так. А ранг даже выдали. Нормальненько. Так, Иму арк комплит. Отличненько. Может, теперь в какую-то другую школу переместиться. Там еще две школы. И посмотреть на разных девочек. Тем более у меня сейчас есть приличное количество финансов на покупку новой одежды. Я только давайте-ка заглянем в доджи. Там сейчас... Не, здесь пока все. Не знаю, как открывать остальных девочек. Давайте посмотрим. Нет, значит, не здесь открывается. Сейчас. Так. Change Schools. Давайте-ка посмотрим. Вот мне вот эта школа нравится. Гессен Академия. Давайте-ка. С девушкой, похожую на Хинату. Что-то в ней определенно есть. Бойшлюшкин клуб. Ой, да ладно, слушай. Только не говори, что тебе это не нравится. Так, отлично. Не знаю, удар. Я думаю, все играют, но никто не признается, скорее уж. Так. А у меня деньги, кстати, для всех этих работают. Девочка в маске. Так, доджо. Так, отлично. Давайте сыграем в лотерею. Кидает камни в монитор. Так, кул. Ну, это какие-то не супер труселя. Посмотрим. Это как-то нижний уровень. Хотя, знаете, ничего так. Не знаю, почему они должны быть снизу.
Ход. Это довольно высокий уровень. Окей. Не знаю, нам, они обычно как-то, не знаю, те, что пониже, в них больше одежды, больше ткани. Да, не знаю, по-моему, как-то вообще. Где тут ход? Shake it, baby. So cool. Вот это будет наоборот, по-моему, здорово. У них как-то наоборот работает система. Где ход? Я тоже не понял, где ход. Вот это миленько прям. Зеленая полосочка, это... Покажи самые нижние трусы. Ой, ме, вот сейчас эти будут самые нижние, которые... Ме. Ну, посмотрим, что ж ты мне покажешь из мне трусов. А может это по... Я не знаю, сука... Как они оценивают эти трусы, я не очень понимаю. Так, у меня кончились деньги на трусы. Вот так вот. Давайте-ка теперь зайдем и примерим что-нибудь. Перед миссиями. Так, Гессен униформ. А я могу на нее униформу и другую делать. Гессен какая-то закрытая униформа. Ну хотя ладно, давайте оставим Гессен. Окей. А, я на нее еще могу и грязные наряды. Окей. Это, похоже, лучшая часть игры. Вообще, в этой части игры что-то есть. Как-то закрыто. Давайте побегаем с розовой мейдочкой. Окей. Так, вот. Во-первых, первое. Угу. Это которые, типа, самые худшие, по идее. Окей, японцы что-то не так шарят. Определенно, у японцев какой-то специфический взгляд на это дело. А давайте сам... А вот самое топовое, на мой взгляд... Это сам... Нет, не это самое топовое. Где там были шортики? Костюм Борота и... Вот! Вот это было почти самое топовое там сверху. Ну, серьезно? Не, ну лифчик-то неплохо сидит, ничего не сказать, но... Давайте побегаем в паре номер один. Так. А с волосами что у нас там? Глаза-то открой, женщина. Она с закрытыми глазами почему-то с этим понитейлом. Ладно, оставим обычные. Топовые панталоны, да. Никаких аксессуаров я не купил. Так. Ладно, поехали заниматься делами. Так, Shinobi Girls Heart. А тут даже... Вау! Воу! Воу! А тут можно за всех девочек поиграть. В отличие от другой штуки. Ладно, давайте начнем с Юми, раз уж начали. Что у нее с грудью? А что у нее с грудью? У нее, по-моему, с грудью все прекрасно. Мне сейчас скинул один товарищ фотографию. Ну как фотографию? Момент из аниме, где девушка ловит меч полупопиями. И говорит, что это секретная техника. Да, надо купить аксессуар. Оу! Ничего себе, у нее меч! Мы еще на каких-то рисовых полях.
Но она в штанишках, ее надо карать за это. Так, неплохо. Белые. Ну, можно было чё-то пооригинальнее. Ладненько, надо бы трансформироваться. Этот момент, но мне просто картинку. Я сейчас смотреть конь не буду, поверите. Ждем статью на Пека 2 ТВ с названием «Сингола покупает женское белье». Ну и что? Но зеленые трусики с розовым не так хорошо гармонируют. А она замораживает. Окей. А у нее что за трансформация? Давай какой-нибудь нормальный нарядец. Ну, вообще... Я ее заморозил? Так, отлично, первое белье полетело. Ох ты ж. Вот мне ее верх нравится. Верх сделан по уму. Действительно так, что есть на что посмотреть. Она еще и летает, кстати говоря. Посмотрите на нее. Так, ульта. Вроде бы впрямую. Что у нее за ульта? Вообще что-то есть в этих веерах, не находите? Да, есть такой удар. Мне вот нравятся кадры, когда показывается, что у нее там снизу. Ага, у нее еще и повязка. Ну я же жив? Нет, я не жив. Ладненько. Окей, она какая-то крепкий орешек. Мне чуть не кажется, вот тут у всех груди одинаково здоровые. Черт его знает. Привет, Зилгэдис. Ну, вообще, пару плоскодонок можно было бы и добавить. Честно говоря, пару плоскодоночек я бы добавил бы. Чтобы как-то разнообразить все это грудное царство. Но не обязательно плоскодоночек, хотя бы не с такими... Нет, Слэйр, нет. Это сегодня отдых для души. Демонстрирую, как должен выглядеть качественный контент, когда... Фабрика начнется. Привет, Die Hard. Заморозка хорошо работает. Левел ап, отлично. А людям нравится. Ой, да ладно, слушай. Иногда можно и побаловаться. Не, вот эта кнопочка на Y, которая, она хорошо позволяет дистанцию держать. Ой, мессер Страктора, те какие нравятся. Давай, поделись-ка вопросом, какая должна быть грудь? Что не так с ее грудью, лол? Вот давай по пунктам, объясни нам. Нашелся тут знаток грудей. Так, она осталась вот в белье, ей лучше смотрится. Она еще раз не скатала.
Так, она брейкера завязала. Волосатая. Ну, она опять оделась, блин. Не, ну, конечно, верх у нее классный. Это, знаете, как на Октоберфестах вот такие вот штуки. Воу! Так, она ультит. Слава богу, я был в воздухе. Блин, она какая-то очень неприятная оппонент. Так, ульт. Надо попасть сейчас. Как у тебя идеальная, а ты неплох. Я почти оценил этот изящный подкат. Может, от уровня труселей зависит хэпулечка? Слушай, не знаю даже. Оп. Слушай, а может, ты реально прав? Может, от уровня... Не, ну я, конечно, сомневаюсь. А у нее меч зовут Сигизмунд, как я понял. Йо, какая здоровенная палка. А, чё-то как-то я... Может, дело действительно в труселях? Может, их стоит поменять? Я не знаю. Так. Давайте-ка вернемся в Ninja в Ninja Room и попробуем трусы сделать другого размера. Может быть, действительно дело в трусах? Я, конечно, в это не верю, но давайте проверим теорию. Может быть, какая-то там стамина зависит от труселей. Это было бы очень... неплохо. Какие они все милые такие. Привет, привет. Так. А это что у нас? А где были красные? Подождите-ка. Нет, это розовые, в которых я и обычно и бегал. Блин, звучит как-то погано. Давайте вот это оставим. Когда я говорю, я в них обычно и бегал, я начинаю чувствовать себя слегка неуютно. Вдруг люди поймут не так. В которых я обычно и бегал. А, здесь же РСБФ изнашлись. Ага. Сможете сделать свою игру, где будет такая темка? Так, а я пока кое-куда загляну. Мне тут что-то дернули. Так. Угу. Бизнес-план, да, точно. Ладно, побежали дальше. Люди все правильно поймут. Ой, да ладно. Но мне этот персонаж как-то не очень заходит. Не очень удобно играть им. У меня какой-то рейндж атак не очень высокий.
Блин, как она так атакует-то постоянно? Так, с меня первая одежда слетела. Но у меня одежда лучше рвется, мне так кажется. Давайте трансформацию. Привет, левое яйцо дьявола. Так, отлично. Половину уже снял. А где косплей под стиль игры? Ну я же не какой-нибудь Денис. Так, ульта. Чё-то какая-то очень жесткая девица. Тут есть глубокая история. Ой, вот это прикольно. Какая-то глубокая история, конечно, есть. Я, правда, на историю не очень обращаю внимание, но... Прикольно. Но это не так уж и важно. Не, ну меч ей, конечно, вообще не идет, как и сброя для меча. Ей! Блин, меня сделали. Не знаешь, меня этой девочкой вообще не выходит. Какая-то она не шибко тащащая. I have no strength left. Да, нет, что-то не идет. Что-то не идет этой девочкой. Давайте попробуем другую девочку. Не знаю. Что-то с этой у меня ничего не получается. У нее атака слабая. Вот показывают. У нее какая-то слабая атака. Давайте попробуем с другую девочку. Хороший совет, Кси. А игра-то хардкор, да. Ща... Ну, там есть одна девочка, за которую я хочу поиграть. Сейчас. Муракома Язакура Шики. Вот я за Шики хочу поиграть. Размер атаки не... Не, ну размер-то у нее нормальный. Но атакует она им как-то так себе. Где сиськи-то? Последние минут до хрена. Не знаю, пингвин куда-то смотрел. Может, на попке, поэтому не увидел. Во! Вот она клевая. Во, вот она шикарная во всех отношениях. Ну, джентльмены предпочитают блондинок. Так, отлично. Оружие у нее прикольное.
Ну тут не играется вообще легко. Ну и чё? Давайте-ка трансформируемся. Не, ну нарядец для трансформации у неё, конечно, прекрасный. Ничего не сказать. Нарядец на десяточку. И вот ей пончи идет. Вот ей пончи идет определенно. Все, всех запобить. Нет, еще. Я правда не знаю, каким отношением ведьма к ниндзям имеет. Ну, наверное, какой-то. Что-то есть такое. Так. Так, не понял. А где тут... Угу. Вот, кажется, драка. Давайте-ка. С кому мы там сейчас будем надирать-то? А, это которая милаха. Окей. Так. Что через 40 минут начнется? Вроде 8 часов вечера должно начаться, не? Серьезно? А кто это так написал? Так, еще немного одежды убираем. Так, она трансформируется в шиноби. Пора бы уже. 18.00 уже переделали? Ну, ладненько. Окей. Но я успею как раз закончить стрим. Примерно. Было написано, что 20.00. Ну, ладно. Так, ульта. Что у нее за ульта? Шикизо зекс. Я не знаю, что это значило, но 18.00. Ой-ой-ой. Вот это плотненько вошло. Я промахнулся, наверное, ультой. У Адольфа анонс через 4,5 часа. Но, видимо, кто-то на сайте лыжанул. Воу! У нее шляпа еще стреляет? Я попал, кстати. Оно имеет задний рейндж немного. Блин. Прекрасный персонаж. Очень легко играется. Отлично. Ведьмочка топ. Стильно, стильно. У Адольфа анонс через 4,5 часа. Эта игра основана на реальных событиях. Не знаю, Микаса Вилл. Вполне вероятно. С какого-нибудь косплей-икона. Ой. Ой. Не, ну выглядит-то она топично, согласитесь. Да. A new technique has been learned. Не, ну согласитесь, приятно на нее посмотреть.
Где б теперь найти школьницу с пятым размером груди? Пара-па-па-па. Знак хиппи на шее? Не знаю. Так, секундочку. Я уж проверю сейчас. Воу-воу-воу, я ж паузу ставил. Так, ща. Блин, а пауза... Пауза пропадает, когда сворачиваешься. Вот, вот, отстой. Отлично. Че, еще кто-то остался? А есть тут готичная Лоля? Да, Андор, есть. Написано же 20:00, но кто-то начал писать, что в другое время. Не, ну ты не прав, Аурус. Я, кстати, в школе, у меня в параллельном классе была школьница, у которой третий размер уже был в пятом классе, а потом стала такая... Четверочка стабильная. У нее лицо, правда, было... Ну, не сказать, что некрасивое, не в моем вкусе просто. Слегка угловатое местами, но... На это как-то не обращалось внимания. Так, я успел Нет. Вот, теперь успел. Меня успели подморозить немножко. Ну ладно, я почти не просел. Так, теперь, видимо, босс придет. Воу! Воу! Интересный босс. Шляпа опять? Да, шляпа. Давай-ка. Привет, броу. Так. Ну, у него, кстати, по-моему, грудь поменьше-то, чем... Я победил. Как-то легко. Убийца в вязаном свитере. Ну, модненько выглядит, чё-то. Зацени первый трейлер новых трансферов в украинском дубляже. Ну, явно не сейчас. Я аж стримлю Пьяколор. В другое время... Можно и подумать на эту тему. Ну, как-то пока... Не знаю... Я вообще трансформеры не сильно люблю. По крайней мере, те, которые современные. Так, я теперь пока быстренько свернусь. Так. Апнули пару левелов. Ну вот мы даже шиноби наряд босса не увидели. Ну блин, значит, очень быстро откинулось. Вот тут ты прав. Но переигрывать из-за этого я не буду. Босс какой-то ватный попался.
Ну, короче, Шики моя вайфу теперь. Ну, вроде здесь как-то легко проходит пока. Блин, она так забавно бьет этой штукой между своих ног. Все? Окей, побежали дальше. Я даже пока не трансформируюсь, придержу трансформацию для босса. Все? Еще осталось две девочки. Или три. Отлично. Блин. Бака. Отлично. Хорошо. Все? Like too easy. Окей. Что-то чувствую, босс будет какой-то серьезный, раз только у него прихвостней. Комбо в 330 ударов. Так, все, последнюю вроде бы отчекрыжил. Давайте босса выкатывайте. Батя готов к боссу. Нет, филолог, это не работает. Только на гудгейме. Вот эту девочку я чуть не очень помню. Давайте-ка. Пора превратиться в ведьмочку. Ну, я извиняюсь, если задел твои чувства. Не знаю чего. Я, конечно, догадываюсь, что кому-то из мужчин могут не нравиться симпатичные грудастые школьницы. Наверняка просто это твои вайфу, и поэтому... Ё-моё! Чё-то как-то... Что-то как-то жестко прям меня тут встречают. Пистолеты работают. Так, давайте-ка с ульты сейчас уберем.
С дефектами речи? А какие у меня дефекты речи? Ой, ульт вошел идеально. Зеленое белье. Так, трансформация. Отлично. Не, ну против дальнего оружия неудобно играть. Определенно. Вот это прекрасная трансформация. Слушайте, это одна из топовейших трансформаций. Отлично, сейчас должно залетать. Так, посмотрим. Давайте еще раз заультим. Вот, шляпка самая четкая ульта. Попадает, так попадает. Так. Она показывала мне заднюю точку сейчас, или мне показалось? Ну и доберем. Мне кажется, ли она получила удовольствие от поражения? Ну слушай, ты вся запись можешь посмотреть пропущенных моментов. Хорошо получилось. Не, ну серьезно. Шики самая топовая. И в боевом плане, и не в боевом. Это какая-то пародия на Sailor Moon? Нет. Я не знаю, на что это пародия. Это немного смахивает и на Наруто, немного и на Sailor Moon. Но вообще... как бы это выразиться-то? Трансформация есть много где. Это вообще для девочек-волшебниц что-то нормальное. Только здесь это ниндзя. Нет, Андор, это такая цензура. Я не могу ставить без цензуры мод, потому что... забанят иначе. Хотя мод без цензуры нормальный такой. Апнули пару уровней. Привет, Торис. Делись потом. Вот это проработка деталей. Ну, конечно, сражаться против нее не очень легко. Я, кстати, наверное, промахнусь. Встал. А что встал? А что-то падало? У кого? Уже давно. Попал, кстати говоря. Так, окей. Она будет трансформироваться так, как я ее оставлял? Или нет? Покажите-ка мне. Да, отлично. Вряд ли ГГС. Ой. Ну, топовая девушка, конечно. Так, прямое попадание.
Да у тебя стрим падал секунд на 10. Ну это, видимо, рестрим куда-то там отваливался. Так. Отлично. Опасно. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так, она попала. Но я еще... Я еще жив. Или нет? Я проиграл! А как игра называется? Мне для друга. Синран Кагура чего-то там. Название есть везде. Блин, я еще и проиграл. Boyish and Busty. Хорошее название для главы. Давайте еще раз. Что-то я подвел в этот раз. Не смог справиться с грудастой женщиной. Для меня это необычно. Что за игра? Ну, посмотри на Твиче. На Твиче же все есть. Или ты с планшетика? Хорошо отбил сейчас. Блин, как ты меня прямо щемирует. Так, отлично. Просто одна вайфу заборола другую вайфу, да. Отлично. Я про то, что я трансформацию включил, а не про наряд. Хотя наряд тоже отличный. Так, я зажал в углу. Так, вот это не очень здорово. Я ведь ее почти победил, но... Трансформация залетела как надо. Окей. Так, что-то меня сильно проредили. Вот это плохо. Я попал под ульту. Вот тут ульта очень жесткая. Черт. Ну, я, кстати, подловил ее сейчас. Воу! Вот эти жесты в новом наряде выглядят еще лучше, согласитесь. Голая валькирия этакая. Честно говоря, не надоедает смотреть вообще абсолютно. Не попаду, наверное. Она в прыжке сейчас. Привет, Литон. Хотя, по-моему, с тобой здоровался.
Так, отлично. Так, еще одна ульта. Не то чтобы я обращаю еще много внимания на... на анимацию. Похоже, это победа. Да. А парни тут есть? Зачем? Как-то она странно двигается, вот посмотрите на нее сзади. Как-то она виляет постоянно. Не то чтобы я сильно обращал на это внимание, не подумайте ни о чем таком. Взгляд падает, я бы сказал бы. Ну ладненько, ранг Б получили и нормально. Отлично. Я вряд ли успею еще одну кампанию пройти до конца стрима, но можно какую-нибудь начать. На будущее, так сказать. Вдруг я когда-нибудь вернусь к этой игре. Сомневаюсь, конечно, но... чем черт не шутит? Ага, я еще и не прошел. То есть здесь еще есть глава. Я, видимо, плохо считал. А здесь будет какая-то другая девочка такая же. Сейчас посмотрим. Вон сидит одна штука, да. Слушай, там, похоже, будет еще одна ведьмочка. Посмотрим, судя по диалогу. Все, отлично. Забороли, побежали дальше. Я уже был, кстати, на этой карте. По-моему, за нее же и был. Камера, конечно, перемещается не очень быстро, но игре можно это простить. Игра хардкорная? Да она не за всех хардкорная. Вот этот персонаж имбовый. Но есть персонажи не очень имбовые, на которых играть не супер просто, в принципе. Я ж там 4 раза не смог начать пройти даже первую главу за девушку, которая замораживает. Не знаю, что-то вообще не получалось. А так в целом вполне можно проходить. Ну, с управлением главное разобраться. Мне кажется, чем худее ты будешь, тем больше теряешь свою няшность. А я худею разве? Не замечал такого. Весы такого не говорят точно. Вес просто слегка перераспределился, видимо, потому что я перестал хлебать по 2 литра колы каждый день. Воу. Даже кто-то из миньонов смог меня поджать. Так. Я вижу ящик, который можно поломать. Немного хп бы не помешало бы. Капельку. Отлично.
Вот как знал, как знал. Босс. Кто у нас сейчас босс будет финальный? Ну, прошлый босс был, мягко скажем, не очень простой. Оу! Здесь есть девушки без гигантской груди? Серьезно? Так, она брейкера заюзала. Блин, я не успел снять с нее одежду. Фак. Реально, ребята, я думал, здесь таких персонажей не бывает. Воу, Мишка. Готик Лоля! Кто заказывал Готик Лолю, ребят? Готик Лоля приехала. У кого был заказ? Так, прямое попадание. Привет, Excellent. Да, контент во все поля. Готовлюсь к фабрике. Хоть показываю свою квалификацию. Ой, прикольненько, с сердечками. Все, победили ее. Отлично, победа. Да, даже Готик Лоля нашлась. Вот чего я не ожидал, так это Готик Лоля. Только белье у нее какое-то странноватое. Ну да ладненько. Забавно. Определенно забавно. Ну все, арка пройдена, я надеюсь. Да, арка пройдена. Отлично. Ладно, тут ничего... Ой, блин. Я забыл, что... У меня рядом кнопка старт и кнопка вибрейшн на джойстике. Ага, они еще и подруги какие-то. Но есть порноактриса из-за 20+, а выглядит... Так... А, ранг. Ну, да, это было неплохо. Не, ну все, Шики май вайфу. Определенно. Шики арк комплит. Отлично. Я такой. Я неплох. Здравствуй, доктор Вот. Что я сделал, ничего не делал. Меня пригласили, и я такой, типа, окей. Так. Не, у нас в другой стороне находится магазин. Давайте-ка посмотрим. О, экстра. Devil Tail. Fox Mask. Муракама Mask. Цензор, а что это так? Давайте купим. Посмотрим, что это. Так, Made headdress? Окей. Cat tail, dog tail. Rabbit tail, pom-pom, beats, kitten mittens. Так, окей. Белья у нас так накуплено дофига. Давайте купим вот это.
Что-то много Санта-отфитов. Дайте еще вот этого посмотрим. Так, ладненько, все понакупали. Давайте разочек в лотерею сходим. Так. Соуход. Что нам отсюда выпадет? Довольно высокоранговое белье. Это вообще белье? Ну... Окей. Будем считать, что это белье. Так. Так. Так, это униформа. Теперь у меня есть красный наряд шики. Ну ничего так, ничего так. Мне нравится. Так, это уже... Угу. Traditional Shinobi. Ну, как-то очень закрытенько, вам не кажется? И второй Traditional Shinobi. Тоже закрытенько. А это что у нас? Тот получше, по-моему. Да, я догадываюсь, о ком ты, Пекалор. Ты о той тянке, которая была у Санчеза на стриме. Вот, кстати, синенькая получше выглядит. Кавай, да. Реально кавай. Ну, черненький Санта похуже. Ну, вот этот Санта вроде и неплохо, а вроде что-то с ним не то. Так, ладно, а тут у нас что? А, Шики's Favorite, окей. Открыли. А вот эту, мы еще вот эту открыли, по-моему. Да. Окей. Так, что там еще? С волосами ничего не появилось? Оставим ей обычные. Так. Блин, а ей ушки идут, кстати говоря. Угу. Я понял, что это такое. А что такое made headdress? Ага, обычная мейдовская штучка. Окей. Давайте ушки ей оставим. Ушки ей идут. А это что такое? Ой, это нормально, это нормально. Ой, батя говорит, молодца, хорошо придумали. Так. Не, выглядит неплохо. Неплохо. Так, а что там скинули-то? Ладненько. Вообще почти прошло уже 3 часа. Я думаю, ребята, я доказал свою невероятную квалификацию перед фабрикой комментаторов, чтобы я мог с чистой совестью ругать людей. Так что всем спасибо, кто был. Пойду я займусь своими делами, типа обновления канала и все такое подобное. Завтра
Завтра стрим будет поздно. Завтра стрим будет в 17 часов. Завтра у меня первая игра на русской лиге Blood Bowl. Ну вот так вот. Поэтому можете... Нет, или не завтра, стоп. Я попутаю что-то. Не, вру. Завтра просто стрим, а в четверг у меня первая игра на русской лиге Blood Bowl. В четверг. В четверг 17:00. А завтра не знаю, посмотрим. Ладненько, всем спасибо, кто был. Подписывайтесь, все такое подобное. И до новых встреч. Пока-пока.